Савва Морозов. Крепостной ткач, работавший на фабрике за харчи и 5 рублей в год. Набравшись опыта и поняв, как оптимизировать процесс, Савва на небольшое приданное жены купил ручной станок. Во время пожара 1812 года была уничтожена вся московская ткацкая промышленность, и морозовское производство в Зуево стало получать большие заказы. Приглашаем вас в книжный Достоевский в самом центре столицы. Ароматный кофе, сувениры и лучшие книги. Ждем вас! Со временем новоявленный фабрикант смог выкупиться за невероятную для того времени сумму в 17 тысяч рублей, став основателем знаменитой купеческой династии.